Я попытался перевести некоторые из созданных мной видео на основе чужих видео на TikTok, потому что эти видео кажутся мне самыми популярными. Однако, поскольку все говорят с разной скоростью, звук или голоса не совпадают. Поэтому я прекращу переводить эти видео, если они не понравятся людям, или если это станет слишком сложной работой. То, что она говорит, звучит намного лучше на английском. Я слишком стар для Netflix and Chill. Мы собираемся завести курицу и вступить в сексуальные отношения, назвав ее курицей и посадив баклажан. Я лично не потерплю такого неуважения. Я скажу тебе, детка, на данный момент я не смотрю порнографию всего на 48 часов, и я считаю, что взрослая астма – это выбор. Нет. Мне просто нужно, чтобы ты перестал быть любезным со мной, если только ты не собираешься жениться на мне после этого. Никто не хочет со мной встречаться. Я хочу встречаться с тобой. Я нахожу тебя очень привлекательной, и мы должны встречаться. Уходи.